Здорово, с вами, как всегда, Хардкекс. Сегодня мы будем открывать кейсы на 5000 депишек. Как обычно, как всегда, почему-то у меня ламба сама перекрасилась. Ладно, перед началом обязательно ставьте лайки и подписывайтесь, кто не подписан. Кстати, ссылочка на лаунчер есть в описании. Залетай играть вместе со мной на Redwood. Ну и, собственно, как только залетаешь, нажимаешь F10, шестеренка, приглашение. И сюда вбиваешь мой реферальный код «Кексик». Нажимаешь «Сохранить» с подарков, забираешь сразу же випку на 10 дней. А также при достижении 5-го левела получаешь всего 12500 баксов. Постепенно, по чуть-чуть вам выдает при повышении левела. Приятнейшего просмотра. Давайте крутить. Я специально для этого видоса потратился. Нереально. Так, нет, это не это. Вот, мы ставим фейерверк и запускаем. Потому что предыдущие разы очень жирное открытие у нас было. Поэтому давайте просто пульнем. Чё, где? Вот, погнали, погнали. Чисто белый салют, он дешевле просто. Вот он. Хи-хи. Конечно, херово он как-то выглядит. Ну ладно. Попробуем. Вот. Посмотрим, что из этого получится. Как вы думаете, что нас ждет? Очень много у меня было окупных открытий, поэтому я жду от этого открытия, ну, я не знаю, подвоха, что ли. В общем, давайте смотреть. Меньше слов, больше дела. Погнали. 15000 депишек. На 5 мы покрутим сегодня. Голда. Голд нас окупает каждый раз прям. Очень жирно. Хотя, в принципе, в прошлый раз и Сильвер очень даже неплохо сыпал. Вот, но посмотрим в этот раз, что у нас вообще будет по окупу. Так, это у нас ничего, короче. Просто не крутили, как будто бы только начали. Вот. Так, тоже салюты кто-то пускает. У меня, кстати, не задание было, а это, походу, у кого-то задание из пасса. Выпадают нам бабки. Если что, у меня было на счету, на руках 4000. 4000 у меня было. Вот, поэтому их мы потом уже минусуем. Минусуем, посмотрим, сколько нам бабок выпадет. Выпадет ли нам тачка? Походу, нет. Походу, это тот самый... то самое хреновое открытие, походу, будет. Либо же нет. Я могу ошибаться, потому что вообще предыдущие три открытия на 5000 депишек были прям окупными. И очень классными. То есть, ну, правда, по возрастающей. Сначала 20000 депишек дропнуло, потом 6000 депишек дропнуло. И вот последний раз было... Ой, было бы неплохо. Последний раз было 750 тысяч мне упало. Вот такая вот тема. Короче, как-то вот так. 750 тысяч, это, конечно же, больше, чем конвертировать это все в верты, да, мы получим там 500-ка, а так и получилось 750. Как бы на 250-ка больше, ну, уже неплохо. Не вау, правда, конечно, не фонтан, да, но уже лучше. Так, смотрим. Если хорошо дропнет с вот этих оставшихся депишек, то мне хватит на еще один Каутрон. Но, походу, не судьба. Что-то как-то очень плачевно все это дело выглядит. Ну давай. Тачку. Поганне. Было бы неплохо, но моты, конечно же, выпадают. Можно даже не дожидаться, пока докрутит. Понятное дело, то, что если тут моток, а чуть дальше поганне, то поганне мне не светит. Кстати, вот тачка пролетела, которая мне уже выпадала. За 15000 депишек она у нас стоит. Так, ну что такое? Походу надо на Сильвер идти. Я видел уже до этого, плашки появлялись, то, что тип выбил одну тачку, вторую тачку, третью, с Сильвера, с Голд Кейса. Вообще, короче, жесть тьма. И, походу, они все повыбивали уже все. Надо будет просто заходить утром и крутить. Как в тот раз я, в принципе, сделал и залутал 20000 депишек. Ни хрена себе, да? Ой, смотрите, самые классные тачки пролетают, даже дешманская выпадает депишки. О-о-о, это ли не скам? Давайте крутим дальше. Будем добивать этот кейс, потому что, возможно, как правило, иногда бывает, надежда умирает последней. В самый последний момент, или вообще в последний кейс, как у меня было, кстати, выпал окуп жирный. Допустим, на 6000 депишек где-то в этом районе мне выпал последний раз. Вообще печалька какая-то. Остается 1000 депишек.
Можно открыть 5 сильверов. Если сейчас ничего не дропнет, то, наверное, так и сделаем. Ничего не дропнуло. Давайте перекрутим и потом уже посмотрим сейчас. Переходим на сильвер, либо же нет. Кстати, пишите в комментах, какие лучше крутить. Сильвер, голд. Но пока что меня окупал только голд, прям жирно. Да и сильвер тоже. Когда как, в общем. Опять перекрут. Ля, ну это что? Это что? Меня не хотят просто отпускать кейсы. Ну давай. Ой-ой, нет. Деньги, ну блин, ну почему? Было бы неплохо. Что-нибудь из этого. Да. Да. Сильвер, давай. Вся надежда на тебя уже. Посмотрим, я не знаю, сколько будет вообще окупа по бабкам. Но депишки возвращают обратно. Это такое себе, конечно. Остается все меньше и меньше, все меньше и меньше. Но у меня там на руках где-то насыпало 1300 максимум, я думаю. Сейчас уже, возможно, чуть побольше. Ну давай. Последний раз я крутил, ничего не выпадало так же. И потом с последнего кейса Херакс 6000 депишек. Я буду это вспоминать частенько. Потому что по ходу этого не повторится. Давай. Давай, 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 давай. Смотрите, деньги, 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 деньги. Депишки, конечно же, что? Депишки. 93. Ну, вообще, как-то вообще не густо. Ну, как я уже говорил, это было предсказуемо. Сейчас не будем мы окупаться вообще, походу. О, как печально. Очень печально. Неужели ни одной тачки? Да, ни одной тачки. А, нет, еще один. Вот. Вот это уже последний на сегодня. Прокрутка сильвера. И нам стопудово сейчас тачки никакой не выпадет. Конечно же, депишки, да. Это жесть. Короче, я крутил как-то кейсы, и мне дроп примерно такой же выпал. Только немножко меньше, там 120 тысяч, по-моему. В этот раз это 192 тысячи. Ну, такое себе, да? Такое себе. Ладно, вот такое открытие получилось. Вообще печальное на самом деле. Но не расстраиваемся, еще будут открытия, у меня еще 10 тысяч депишек, в общем, будет, я думаю, годно. Поэтому поставьте лайк, подписывайтесь и залетайте на канал смотреть другие видосы. Для вас снимал Hardkex, увидимся.